Укомплектованность медицинских учреждений персоналом обсудили на еженедельном совещании губернатора Московской области с членами областного правительства и главами округов. Андрей Воробьев отметил, что привлечение квалифицированных кадров находится в зоне ответственности муниципалитетов. В Одинцовском округе острой кадровой проблемы в медицинских учреждениях нет. В 2021 году на работу было привлечено 109 новых специалистов, в том числе узких направлений. По словам главного врача Одинцовской областной больницы Андрея Фадеева, медучреждение использует все возможные пути пополнения кадрового состава.